щелчки пистолетных выстрелов разорвали тишину московского двора в начале 10 утра. Наряд милиции оказался на месте происшествия, когда все было кончено. За рулем припаркованной шестерки сидел убитый мужчина. Генеральный директор совместного предприятия «Русджет». Чем занималась эта компания, знал только ограниченный круг высокопоставленных лиц. Проект находился в условиях довольно такой высокой степени засекреченности. Следствие вскоре установит, что малоизвестная компания контролировала финансовые потоки в десятки миллионов долларов. Связи вели к высшим эшелонам власти, а деятельность курировал Комитет государственной безопасности. Спецслужбы знали, я могу вам только одно сказать, что этот вопрос я сам докладывал Владимиру Александровичу Крючкову. В секретном проекте были задействованы ведущие оборонные предприятия и частные зарубежные фирмы. Постановление о создании этого консорциума подписывал сам президент России Борис Ельцин. Когда такое предложение поступило, оно поступило мне по спецсвязи. Жертва загадочного убийства был одним из ключевых звеньев крупнейшего секретного проекта по продвижению российского вооружения на мировой рынок. Невысокого чернокожего гостя на бывшей легендарной даче Брежнева в Заречье принимали в обстановке особой секретности. Хотя к тому моменту южноафриканские спецслужбы официально приостановили охоту за ним, Джо Мадиса еще оставался одним из лидеров тайной организации «Копье наций» — боевого крыла Африканского национального конгресса. Все было рассчитано до мелочей. Удаленный спецобъект, никаких официальных приемов и заявлений. На спецдаче в Заречье-6 гостя из Африки ждали представители из Кремля и руководители нескольких секретных военных заводов. Джо Мадиса прилетел сюда, но уже интересно, что он как бы хотел сам посмотреть ход проекта. Вот мне так показалось, он чувствовал себя очень уверенно и очень, знаете, как человек, который находился у истоков какого-то дела. Глава боевого крыла АНК лично хотел узнать, как продвигается проект, который должен был обеспечить новым мощным вооружением армию Южноафриканской Республики. Белое правительство, с которым Африканский национальный конгресс уже 40 лет вел ожесточенную войну, теряло свои позиции. Наиболее дальновидные политики понимали, что приход к власти черного большинства – дело ближайшего будущего. Советский Союз все эти годы тайно поддерживал АНК. Вдруг я начал говорить достаточно быстро, чтобы перевод сделали ему. И вдруг слышу голос Джо: «Не торопись». Вот это слово «не торопись», я сразу как-то оцепенел. Я понял, что он абсолютно все понимает по-русски. Он кончал Одесское военное училище у нас. В секретном проекте, который обсуждали на бывшей Брежневской даче, речь шла о модернизации находящихся на вооружении ВВС ЮАР истребителей «Мираж» с помощью ракет и модифицированных двигателей российских самолетов МиГ-29. Этот проект сулил Советскому Союзу ни много ни мало 4,5 миллиарда долларов. Но оставался главный и самый непростой вопрос. Как осуществлять этот проект в условиях запрета ООН на предоставление ЮАР военных технологий? В 1976 году Генеральная Ассамблея ООН принимает конвенцию о пресечении апартеида. Это дает остальным странам официальный повод объявить ЮАР экономическую блокаду. Страну отгораживают железным занавесом. Но под этим занавесом разворачивается одна из самых закрученных международных интриг по торговле оружием. Несмотря на блокаду, южноафриканская армия оставалась одной из самых современных по многим видам вооружения. Они имели в то время лучший колесный пустынный танк, они имели великолепную нарезную пушку, а в промышленности все понимают, что настоящая промышленность у той страны, которая может сделать эту нарезную пушку великолепно. Это как термометр для человека.
Сообщение о сбитом над некруганскими джунглями самолете без обознавательных знаков поначалу не придали значения. Все изменилось, когда выживший пилот начал давать первые показания. На допросе он признался, что работает на ЦРУ. На борту находились боеприпасы для никарагуанских «Контрас». Поддержка этих боевиков была официально запрещена Конгрессом США. Как выяснилось, вопреки запрету, только за год американские спецслужбы перебросили в джунгли Никарагуа оружие на 20 миллионов долларов. Еще больше скандал разгорелся, когда выяснился источник средств. Оружие закупалось на деньги, вырученные от тайной продажи Ирану американских ракет «Хок». Была такая, я бы сказал, черная торговля, в которой были замешаны вот сразу три стороны, потому что израильтяне знали, они были сводниками в этом деле, иранцы знали, но иранцы, они молчат как рыба в лед, потому что, так сказать, сама дисциплина, естественно, религиозная, государственная, какая хотите, и даже патриотизм у иранцев был настолько велик, что они бы не стали это разглашать. Ну и американцы, понятное дело. Крупнейшая оружейная афера «Иран-Контрас» началась с похищения исламскими боевиками резидента ЦРУ в Бейруте Уильяма Бакли. В тот момент Иран вел затяжную кровопролитную войну с Ираком. До введения США эмбарго на торговлю с Ираном, Америка была основным поставщиком оружия на этот рынок. Через израильский Моссад Вашингтону было передано предложение продать Ирану ракеты в обмен на освобождение заложника. За американских там заложников, которых в Бейруте захватили, ну попросту, прямо по прейскуранту составляли, сколько за одну или другую голову и какого оружия полагается. Прямо вот за этого, скажем, вы нам дадите такую-то ракету, вот за этого нам дадите столько-то боеприпасов. Подобный способ политических переговоров вскоре получит широкое распространение. Уже через год боевики Хезболлы захватят в заложники 4 сотрудников советского посольства. Через газеты будет передано требование. Москва должна заставить Сирию отвести войска из Ливана. Иначе заложников ждет смерть. Один из них действительно был расстрелян. А потом вывели его и расстреляли, и выбросили тело. Бывший резидент КГБ в Бейруте Юрий Перфильев лично проводил операцию по освобождению. По его словам, все решила короткая встреча с духовным лидером исламистов. Я ему сказал: вы знаете, что не дай бог во время каких-нибудь учений какая-нибудь ракета с ядерным боезарядом отклонится от курса случайно и упадет в Иране на священный город Кум. Всем будет плохо. Он замолчал. Такое повисло гнетущее молчание. Он поднял на меня глаза и говорит: я думаю, что все будет хорошо. Через два дня освобожденные заложники уже стояли у дверей российского посольства в Бейруте. Американцы в этой ситуации поступили иначе. Возможно, не последнюю роль сыграл простой расчет. Ведь Иран готов был платить за ракеты втрое больше обычного. Через несколько месяцев после похищения американского резидента Белый дом получает секретное сообщение из Тель-Авива. Вскоре в отделении одного из швейцарских банков появляется саудовский миллиардер и вносит крупную сумму на указанный израильтянами счет. 14 сентября 1985 года самолет с первой партией американских ракет приземляется в Иране. Вскоре эта нелегальная торговля в обход эмбарго будет поставлена на поток. Часть именно этой баснословной неподотчетной выручки ЦРУ направит для закупок оружия никарагуанским «Контрас». Схема этой аферы века была настолько тщательно отработана, что даже расследование Конгресса не смогло установить истинную картину. Администрация президента США отделалась официальными заявлениями о своей непричастности. Очень подействовал сильно сам факт, что поднимается такой скандал из-за такой мизерной суммы. В условиях, когда военный бюджет Соединенных Штатов приближался к 300 миллиардам долларов, вот масштабы Ирангейтовской сделки, которые оценивались в 30 миллионов долларов, речь идет о дробных долях 1% военного бюджета. Нам казалось, это настолько ничтожная сумма, чтобы вот так вот
раскачать политическую машину Соединенных Штатов. И тут, вот, честно говоря, на меня тогда подействовала все-таки эффективность демократической системы, взаимного контроля различных ветвей власти. В Советском Союзе тоже существовали свои схемы тайного снабжения оружием дружественных режимов. Эти механизмы отлаживались десятками лет противостояния в холодной войне. Но южноафриканский проект «Супермираж» появился, когда старые схемы уже не действовали, а новые еще не были созданы. Почти все оборонные предприятия сидели без денег. Все это начиналось в далеком 90-м году. Приехал торговый атташе ЮАР, бывший гражданин Союза, принес предложение о разработке гражданского самолета для Южноафриканской Республики при полном финансировании ЮАР. И еще до введения санкций правительство ЮАР закупило у французов самые современные на тот момент истребители «Мираж». Как выяснится много позже, Запад продолжал подпитывать режим апартеида в обход официальных санкций. Однако поставлять оружие никто не осмеливался. За десятилетия эмбарго французские самолеты безнадежно устарели. В начале 90-х было уже ясно, что режим апартеида доживает последние годы. К власти на юге Африки скоро придет черное большинство. Вопрос в том, кто первый успеет занять рынок, когда отменят международные санкции. Только перевооружение самолетов, которые находились на вооружении только в ЮАР, это был миллиардный проект. А если еще брать другие или наращивать вооружение для них, это он зашкаливал очень далеко за миллиарды. Это был очень... Но еще более важное было... Технологический, ну, захват, слово плохое, но его применяю, технологический захват совершенно нового сектора рынка. ЮАР на рынке вооружений не было. В начале 90-х на мировом оружейном рынке появилось новое поколение частных торговцев. Оружейные бароны из бывшего соцлагеря. Первые шаги по захвату рынка порой оканчивались крупными международными скандалами. В августе 1995 года мало кому известные в то время талибы принудительно сажают в аэропорту Кандагара транспортный самолет Ил-76. На борту несколько тонн патронов к автомату Калашникова, предназначавшихся для войск Северного Альянса под командой Ахмад-Шаха Масуда. Мы обязаны были поддерживать законы правительства вот Северного Альянса и Ахмад-Шаха Масуда как министра обороны, но почему-то делали и поддерживали, но почему-то делали это скрытно. Даже встречу министра обороны России маршала Сергеева, вот я организовывал с Ахмад-Шаха Масудом, вот не одна встреча была, но все это обставлялось такой скрытностью. Российский самолет был зафрахтован арабской фирмой. Формально экипаж выполнял обычный чартерный рейс по найму. Больше года талибы удерживали летчиков в заложниках, пытаясь доказать причастность России к поставкам оружия и вынудить Москву отказаться от поддержки афганского правительства. Однако, несмотря на очевидную связь интересов, доказать это так и не удалось. Российские государственные органы и российские административные органы ничего не знали об этом. Это было чисто коммерческое предприятие. Именно тогда впервые в прессе замелькало имя бывшего советского офицера Виктора Бута, одного из крупнейших торговцев оружием, которого много позже, в марте 2008 года, арестуют в Таиланде по запросу США. Виктора Бута обвиняют в нарушении эмбарго ООН на поставку оружия в горячие точки в Африке и Латинской Америке. После ареста его поместили в одну из самых охраняемых тюрем Таиланда под круглосуточное наблюдение. В
1995 году именно он зафрахтовал тот самый злополучный самолет для доставки боеприпасов в Кабул войскам Северного Альянса. Что особенно примечательно, перехватить этот рейс талибы могли только в одном случае, если им кто-то помог. Вся разведывательная система Талибан, она находилась внутри Афганистана. Поэтому получить данные о пролете времени, подлета, пролета там, той глиссаде, они не могли. Это могли дать только солидные спецслужбы. И этими спецслужбами могли быть там спецслужбы США, Великобритании и Пакистана. Было очевидно, что за южноафриканский рынок развернется не менее ожесточенная война спецслужб. Поэтому проект «Супермираж» непосредственно с первых шагов курирует КГБ. Создается совместное предприятие «Русджет», директором которого назначают Тимура Хецуриани. Этот карьерный шаг станет для него роковым. Учредителями с российской стороны вошли крупнейшие оборонные заводы. По словам Александра Саркисова, генерального директора КБ имени Климова, проект негласно курировался на самом высшем правительственном уровне. Сначала мы посмотрели на это дело, доложили, в том числе и руководству страны, в какой стадии эта работа может быть выполнена, за какое время, как это можно сделать. Советские конструкторы получили уникальную возможность в буквальном смысле по винтикам разобрать и изучить французский истребитель «Мираж». ЮАР готова была отправить в Москву самолет для опытной модернизации. В советскую сторону это предложение заинтересовало с точки зрения познания более глубокого уровня той техники, которой обладает эта страна, учитывая, что мы знали, что «Мираж» — это французская разработка, это было интересно с одной стороны. С другой стороны, это было интересно с точки зрения финансовых, так сказать, поступлений. Я лично попросил Жана Федоровича выехать в ЮАР, так, значит, и познакомиться с состоянием дел. Созданная по указанию секретаря ЦК КПСС Олега Бакланова специальная комиссия вылетает в ЮАР для секретных переговоров. У власти еще находилось белое правительство во главе с президентом де Клерком. Санкции ООН оставались в силе. А значит, о контрактах на официальном уровне не могло быть и речи. Я передал Федерику де Клерку добрые пожелания от руководства нашей страны, потому что эти полномочия мне дали. Он поблагодарил, значит, меня за передачу, передал такие же добрые пожелания руководству СССР и сказал... Вот интересно, не произнося ни одного слова, ни об оружии, ни о вооружении, он сказал, что Южноафриканская республика имеет исключительный интерес для работы с СССР в области высоких технологий. Для меня была совершенно ясна реакция президента и руководства страны по этому вопросу. За общей формулировкой скрывалось главное предложение. Советский Союз модернизирует устаревшие французские «Миражи», устанавливает на них двигатели и ракеты от МиГ-29. Контракт обещает миллиардные прибыли, если удастся избежать утечки информации. Но едва члены советской делегации выходят из кабинета президента, как попадают под десятки объективов журналистов ведущих мировых каналов. На этот раз тревога оказывается ложной. В следующее мгновение в приемную входит пожилой чернокожий мужчина и направляется прямо в кабинет президента. Пресса кидается за ним. Новым посетителем оказался Нельсон Мандела, только недавно выпущенный из тюрьмы. Именно он стоял у истоков создания боевой подпольной организации «Копье нации», радикального крыла Африканского национального конгресса. Так символически в тот день российская делегация оказалась между двумя политическими противниками. Правительством апартеида и оппозиционной партией Африканского национального конгресса. Теперь мне надо было точно уяснить позицию оппозиции. Я прибыл на встречу с главнокомандующим вооруженными силами Африканского национального конгресса Джо Мадиса.
Я честно ему рассказал, естественно, о тех предложениях, которые получил и ранее в России, и даже о модернизации «Миражей». Он сказал, надо подумать. Я один этот вопрос не решу. Кто просчитывал возможные варианты развития событий и с кем совещались лидеры боевого африканского подполья, пока остается тайной. На тот момент аналитики уже предсказывали, что АНК в скором времени придет к власти в ЮАР. Однако согласится ли белое меньшинство уйти добровольно, или в стране разразится кровопролитная война, предсказать никто не решался. Я узнала о самом проекте модификации «Миражей» и о том, что мой муж одобрил его уже позже, в 1994 году. Накануне отлета из ЮАР российская делегация получает через посредника долгожданный ответ. АНК не возражает против реализации проекта. Буквально через месяц после нашего визита в ЮАР Джамадиса прилетел в Москву, и состоялась их первая встреча с Баклановым на госдаче в Заречье. Олег Дмитриевич получил от Джамадиса заверение полное в том, что АНК согласен с проектом. Визит командующего силами АНК означал прежде всего, что вопрос о смене власти в стране решен. Лидеры радикальной оппозиции уже рассматривают будущие самолеты и ракеты как свои собственные. Но это не снимало главной проблемы. Как осуществлять проект в условиях санкций ООН? Ведь санкции были введены по требованию АНК. И практически мы работали с согласия тех, кто их ввел, эти санкции, и ради которых ввели. Поэтому освободились руки от этих оков в определенной степени свободы. И было принято решение. Уже в марте мы подписали первые контракты 91 года. В служебной записке на имя президента Ельцина запрашивается согласие на проект по оснащению самолетов ВВС ЮАР «Мираж» модифицированными двигателями и ракетами. С особой оговоркой. Через сложившиеся неправительственные организации Российской Федерации. Резолюция Ельцина выдает опытного политика, аккуратно и обтекаемо. Работать энергично, но осторожно, с учетом развития внутренней обстановки в ЮАР и санкций. Ночью 17 апреля 1991 года на отдельную стоянку «Шереметьево-1» приземляется грузовой самолет без опознавательных знаков. Подходы к стоянке перекрыты. В обстановке строгой секретности из самолета выгружают доставленный из ЮАР фюзеляж истребителя «Мираж». Спецслужбы знали, я могу вам только одно сказать, что этот вопрос я сам докладывал Владимиру Александровичу Крючкову. И у меня в руках была бумага с его просьбой оказывать мне содействие. Ну, сами понимаете, просьба председателя КГБ СССР, это вообще-то документ своеобразный. Мне ночью подходили, кто-то что-то мне докладывал, когда идет самолет, что я этих людей никогда до этого не видел. На рассвете грузовой трейлер в окружении машин спецсопровождения двинулся по Ленинградскому шоссе в сторону Москвы. Секретный груз доставили в КБ имени Микояна и приступили к разборке. Специалистам предстояло проделать то, что прежде не делал никто. Превратить устаревший истребитель второго поколения в современную боевую машину с помощью новейших ракет, системы управления огня, принципиально другого двигателя от советского МиГ-29. Специалисты называют его особенности уникальными. Невероятный запас устойчивой работы не дает ему захлебываться при самых сложных нагрузках. А значит, у пилота больше возможностей для маневра в условиях воздушного боя. Именно поэтому наши самолеты, когда вот вы видите мировые первенства или авиационные салоны, они выделывают вот эти замечательные фигуры высшего пилотажа. Колокол, кобра, перевороты и так далее. Ни один самолет мира этого не делает.
таких запасов устойчивости, еще раз говорю, нет ни на одном пока известном мне вот зарубежном двигателе. Первый же осмотр французского «Миража» подтвердил главные опасения. В иностранном истребителе оказалась прямо противоположная схема расположения агрегатов двигателя. Чтобы полностью изучить секреты иностранной военной техники, фюзеляж пришлось разрезать на куски. Подгонку двигателей проводили вслепую, по составленным чертежам. Это была уникальная и выдающаяся работа. Находясь на достаточно большом расстоянии от того места, где были расположены самолеты, а это, если я не ошибаюсь, где-то в районе 14-15 тысяч километров, значит, мы сумели так сделать двигатели, что когда они были привезены на аэродром в Южную Африку, они встали с зазорами до 1,5-2 миллиметров, так как положено. Но по странному стечению обстоятельств именно доставка переделанных двигателей в ЮАР натолкнулась на первую непредвиденную преграду. Официальной причиной до сих пор считается несогласованность между российскими ведомствами. Но, возможно, за этой несогласованностью скрывалось нечто куда более серьезное. В обстановке строжайшей секретности транспортный самолет с двигателями и ракетами готовился к вылету в ЮАР. По документам груз был оформлен как медицинское оборудование. Казалось, все должно пройти гладко. Но в последний момент происходит нечто невероятное. Площадку оцепляют пограничники. Всем приказано покинуть борт. Военная таможня арестовывает груз как контрабанду. Ведь под видом медицинского оборудования из страны пытаются вывести новейшие ракеты и двигатели от истребителей МиГ. Ситуацию напрямую докладывают министру внутренних дел. КГБ, я буду называть в старой транскрипции, нам прикомандировало к проекту одного своего служащего. Вячеслав Николаевский был полковником КГБ. Он сам был на отправке этого груза, он и был наш представитель компании. Сопровождающий груз полковник госбезопасности пытается дозвониться непосредственному начальству. Но телефон необъяснимо молчит. Что в этот момент происходило в Кремле и на Лубянке, до сих пор остается загадкой. Николаевский не мог связаться ни со своими начальниками. Но самое обидное, что потом служба, которая арестовала и которая выделила Николаевского, вдруг от Николаевского отказалась. Они сказали, что мы его чуть ли не назначали. Ну как вот можно? Я сегодня даже представить такого не могу. И не мог представить, естественно, в Советском Союзе. Так. Именно на этот период пришлась самая масштабная реорганизация бывших советских спецслужб. Ельцин последовательно дробил монолитную структуру госбезопасности, которая представляла серьезную политическую силу. Прежде всего было упразднено именно главное управление пограничных войск КГБ. Те, кто задерживал секретный груз в Актобинске, теперь не подчинялись Лубянке. Внешняя разведка тоже была выведена из состава КГБ и стала самостоятельной спецслужбой. Следом наступил черед войск правительственной связи и управления радиоэлектронной разведки. Последним решающим шагом стала реорганизация 9-го управления КГБ. Охрана высших государственных и партийных лидеров. Эту структуру Ельцин тоже перевел под свой личный контроль. До сих пор остается неизвестным, кто именно стоял за попыткой срыва многомиллиардной сделки с ЮАР. Вскоре на стол Ельцина ложится докладная записка Олега Сосковца. Он просит личных указаний на приостановку следствия. В записке обозначена даже баснословная сумма упущенной выгоды. 4,5 миллиарда долларов. Резолюция Ельцина на этот раз выглядела еще более осторожно. Что касается следствия, то о вмешательстве в этот процесс не может быть и речи. Пусть соответствующие органы действуют по закону. Относительно продолжения контрактов и реализации выгодных проектов поддерживаю. Через полгода за подписью премьер-министра Черномырдина выходит специальное распоряжение,
которая предписывает всем ведомствам оказывать необходимое содействие. Дело сдают в архив. В сентябре 1993 года самолет «Руслан» с грузом двигателей и ракет на борту взлетает с подмосковного военного аэродрома и направляется в сторону ЮАР. Однако цепная реакция роковых событий уже была запущена. Как только в воздухе запахло вокруг них этими деньгами, естественно, как это принято было в те годы, рядом возникли бандиты, то есть криминальные структуры, которые в тот период считали своей функцией общественной отбирать деньги у тех, кто их умеет зарабатывать. И им было все равно, кто это, частный предприниматель или государственная структура. В человеке, который в один из дней появился в офисе «Русджет», внешне не было ничего грозного. Простой парень, бывший тракторист из новгородской деревни. Открытое лицо, руки, привыкшие к тяжелому физическому труду. Сергей Тимофеев. В узких кругах более известный как Сережа Новгородский. Он же легендарный Сильвестр. Глава Ореховской братвы, которая держала в страхе всю Москву. Ореховские установили полный контроль на юге и юго-западе столицы над наперсточниками, угонщиками, квартирными ворами и рядом ресторанов. По оперативным данным, за крышу им платили даже звезды эстрады, не говоря о частных предпринимателях. Сильвестр первым из московских бандитов понял, что у серьезной криминальной группировки должно быть надежное легальное прикрытие. Он активно вкладывал средства группировки в легальный бизнес, банки и несколько офшорных компаний. Но для выхода на генерального директора «Русджет» Тимура Хицуриани прикрытие у Сильвестра должно было быть очень серьезным. Тимур сказал, что вам здесь ловить нечего, потому что проект курирует спецслужбы. На самом деле его официальным заместителем по безопасности был действующий полковник, в тот период это был не ФСБ, КГБ, полковник Николаевский. То есть он был введен в штат, и это не было ни для кого, скажем, неожиданностью, что проект находился в условиях довольно такой высокой степени засекреченности его была. Самое странное в этой истории даже не то, что на проект «Супермираж» наехали обычные бандиты. По словам Веры Хицуриани, участие в проекте спецслужб и высокопоставленных чиновников почему-то не отпугнуло Сильвестра. Вскоре он еще раз появился в офисе «Росджет» все с тем же настойчивым предложением. Просьба прозвучала, видимо, повторно насчет того, что нужно делиться деньгами. То Тимур сказал, что вот есть двигатель, приготовленный для стендовых испытаний. Отломите себе кусок, который вам нравится. Больше я вам ничего дать не могу. Вечером 13 сентября 1994 года в центре Москвы взорвался новый 600-й «Мерседес». Как установили специалисты, причиной стало профессионально изготовленное радиоуправляемое устройство. Останки водителя удалось опознать только по уцелевшим зубным протезам, сделанным в Израиле. Жертвой оказался сам Сильвестр. На первый демонстрационный полет «Супермиража» приехала официальная делегация во главе с Олегом Сосковцом и вице-президентом ЮАР Табо Мбекет. Старенький французский «Мираж F1» с модернизированным российским двигателем стремительно взмывает вверх. Казалось, это и есть тот самый долгожданный прорыв на африканский оружейный рынок. Характеристики истребителей изменились в лучшую сторону, и тяга, и скоростные параметры, маневренность. Это давало большую перспективу внедрения наших высоких технологий, двигателей, особенно авиационные двигатели относятся к области высокого технологичного машиностроения. Внедрить это оборудование на большом количестве вооружений и военной техники в Африке. Старые французские истребители было просто не узнать. С российскими двигателями и российскими ракетами это были совсем другие машины. Большая скорость, маневренность, дальность полета, время набора высоты, боевая мощь. Если вот сейчас я правильно вспоминаю, в 1994-1995 году мы уже начали летать.
совершили замечательные сравнительные полеты. Эффективность вот старых дряхлеющих самолетов, они старые, действительно, эта эффективность была повышена по разным характеристикам от 30 до 200%. Это было выдающееся достижение. Значит, естественно, это было оценено вот руководством военно-воздушных сил Южной Африки. Проект уже приносил прибыль. По некоторым данным на счета Русджет из ЮАР, к тому моменту было переведено порядка 80 миллионов долларов. Деньги распределялись по заводам и предприятиям, на зарплату сотрудникам оборонных заводов. После загадочного устранения Сильвестра бандитские наезды не повторялись. Ключевое звено финансовой схемы Тимур Хицуряни даже пытался отказаться от личной охраны из кадровых сотрудников спецслужб. У него было табельное оружие, пистолет Макарова, выданное в связи с тем, что он часто перевозил какие-то важные документы. Он сдал его официально и сделал этот факт достоянием общественности, скажем так. Он сдал это оружие в оружейную комнату. По словам Веры Хицуряни, недалеко от подъезда их дома несколько дней стояла незнакомая машина. Однажды, поднимаясь к себе на этаж, Вера столкнулась на лестничной клетке с незнакомым мужчиной. Тот внимательно осматривал дверь их квартиры. Было очевидно, происходит что-то странное. Тут было ощущение, сложно, наверное, есть какое-то и шестое чувство, и реальное, но вот на уровне рационального мышления оценка ситуации. В то утро Тимур, как обычно, собирался на работу. Все по привычному распорядку. Захватил портфель с документами, поцеловал жену и ребенка, спустился во двор. Вера точно запомнила время – 9:15 утра. Тимур всегда был пунктуален. Поначалу она не придала значения резким сухим щелчкам, которые вскоре донеслись со двора. Она даже подумала, кто-то стучал в дверь. Тем более, что вскоре звук повторился. Когда звук раздался второй раз, буквально через 10 минут, я посмотрела в глазок, и уже стояли сотрудники уголовного розыска, которые просили спуститься вниз, чтобы опознать труп мужчины, который сидит в вашей машине. Прикрыв дверь, Вера побежала вниз по лестнице. Она еще не осознала, что те первые сухие щелчки были пистолетными выстрелами. К тому же у Тимура не было пистолета. Он не мог стрелять. Я думала, что на него кто-то напал. Он сумел себя защитить. И сейчас моя задача, ну вот, чтобы его не нашли, ну то есть вот, что он прятаться сейчас начнет. Ну то есть я не могу сейчас точно сказать, что у меня было в голове, пока я не увидела его в машине. По заключению медиков, генеральный директор совместного предприятия «Русджет» был убит 5 выстрелами в голову с близкого расстояния. Загадочное убийство Тимура Хицуряни долгие 10 лет оставалось нераскрытым. Оно стало последней роковой точкой в цепи странных событий, похоронивших уникальный проект «Супермираж». Как и ожидалось, на первых выборах в Южноафриканской республике безоговорочную победу одержал Африканский национальный конгресс. ООН сняло санкции с ЮАР. К этому моменту первый прототип «Супермиража» с российским двигателем был готов. Когда сосковец был в ЮАР и видел машину в полете, он мне сказал: вот сейчас приезжаем, ты приходишь ко мне, мы подписываем и заставляем всех все сделать. Через неделю я уже был у него, еще через 2 недели вышло его распоряжение, очень резкое, которое поручало Росвооружение тогда было, Росвооружению, генералу Котелкину указание собрать все заинтересованные министерства и ведомства совместно с компанией Marvel решить все вопросы с серийными поставками модернизации «Миражей» в ЮАР. Но вместо этого проект вдруг замораживают. По неожиданному решению Министерства обороны ЮАР финансирование прекращено. По официальной версии, из-за проволочек с российской стороны.
Пишем письма правительству России, не получаем ответа. Мы до чего-то договариваемся, не выполняется. Приглашаем их сюда, они не приезжают. Именно поэтому Министерство обороны ЮАР в 95-м году решило закрыть проект. И вскоре власти ЮАР официально уведомляют Москву о том, что всю спецтехнику и вооружение они готовы вернуть обратно в Россию. С высокой степенью готовности к дальнейшему сотрудничеству правительство и военные ЮАР относились к этому проекту. Но, к сожалению, очевидно, из-за каких-то недоразумений или каких-то, может быть, изменений каких-то вот направлений в сотрудничестве, на этом этапе сотрудничество было прекращено. Целых 5 лет после закрытия проекта потребовалось российским чиновникам на оформление необходимых решений для удовлетворения этих требований южноафриканской стороны. Оборудование было вскоре погружено на пароход «Академик Федоров», и из Кейптауна прибыло в Санкт-Петербург. Так был печально, к моему сожалению, завершен проект. Для меня возвращение этого оборудования было настолько непонятно. И я вообще это считаю самым крупным поражением России на мировом рынке оружия. Причина стала понятна чуть позже. Вскоре южноафриканский рынок поделили страны НАТО. Самолеты поставили шведы и англичане. Подводные лодки – немцы. По оценкам экспертов, у России нет никаких шансов в обозримом будущем прийти в ЮАР в этой области. У нас было не все просто. Совершенно не все просто. Мы обнаруживали, в нашей масляной системе и песок. Кто-то нам туда его удивительно, от чего-то он там попадал. И другие были вещи. Не всем хотелось, чтобы российский, советский двигатель стоял бы там. Это, безусловно, не очень все просто. Борьба эта идет всегда, она была. Наверное, и останется, пока существует мир. Следствие по делу об убийстве генерального директора «Русджет» Тимура Хецуряни тянулось долго. По окончательной версии, его устранение заказал никто иной, как финансовый директор фирмы, представлявший российскую сторону проекта. Дмитрий Ческис. Организатором стал Олег Пылев по кличке «Генерал», сменивший Сильвестра на посту лидера Ореховской преступной группировки. В нее входили бывшие спецназовцы и сотрудники силовых структур. По первоначальному плану Хецуряни должны были зарезать в случайные драки. Но в итоге киллеры выбрали более надежный способ – пистолет Макарова. Как потом это выяснилось, течением лет в процессе следствия, к Пылеву приехал Ческис, и сказал, что проблема с тем, чтобы подмять этот проект под себя, не решается, потому что убрать Хецуряни с должности невозможно, договориться тоже не представляется реальным. Поэтому остается способ только один, как у них тогда это было модно говорить, валить. 16 августа 2001 года на московском авиакосмическом салоне «МАКС-2001» российская госкомпания «Рособоронэкспорт» совместно с южноафриканской компанией «Марвел» все-таки представили результаты проекта. Первый боевой самолет иностранного производства, модернизированный российскими компаниями. В небо поднялся французский истребитель «Мираж F-1» с российским двигателем и вооружением. Впервые в послевоенной истории в подмосковном небе исполнял фигуры высшего пилотажа боевой истребитель иностранного государства. В 2001-м это была сенсация. И не случайно организаторы проекта «Мираж» удостоились рукопожатия российского президента Владимира Путина прямо на летном поле. Мы дали новую жизнь самолету, вдохнули новую жизнь. Вот на митинге, который произошел в ЮАР по поводу первого полета, я сказал, что эта работа, которую удалось выполнить, она очень похожа на ту, что как южноафриканский хирург впервые
сделал операцию по замене сердца человеку. Замена сердца на самолете, это вот вошло даже вот в такой наш сленг. Но работа эта была очень интересная, очень нужная, по моим понятиям. На период завершения испытаний в 1995 году парк «Миражей» второго поколения на вооружении ВВС различных стран оценивался более чем 1200 самолетов. И если бы в конце 90-х годов хотя бы десятая их часть была модернизирована, то, вероятно, процесс выживания российских авиапредприятий в те годы был бы значительно менее болезненным. В том же году несколько десятков ведущих мировых банков и корпораций предстали в суде по обвинению в поддержке режима апартеида. Сумма иска от имени чернокожего населения оценивалась в 100 миллиардов долларов. Сырьевые и производственные компании Америки и Европы обеспечивали правительство ЮАР своей продукцией в обход эмбарго. Только недавно из рассекреченных источников стало известно, что все годы действия санкций Израиль активно сотрудничал с ЮАР в области военных технологий. По некоторым данным, именно Израиль предоставил ЮАР технологии, которые легли в основу разработок ЮАР собственной ядерной бомбы. Во время апартеида был создан даже небольшой ядерный арсенал из 6 боеголовок. Только в 1991 году правительство ЮАР официально заявило о добровольном ядерном разоружении в одностороннем порядке. Именно на этот оружейный рынок, полный взрывоопасных секретов, пыталась прорваться Россия. Тем не менее, экономическую блокаду ЮАР официально называют одним из самых эффективных примеров совместных действий мирового сообщества по изменению политики отдельного государства. Хотя, как водится в большой политике, каждое утверждение имеет свой тайный смысл.